Народ, привет! Привет! А мы сегодня в Абу-Даби, в новом отеле. Стараемся вам показать все. Так, thank you, see you, bye. Все, наш водитель нас привез. Вот наши чемоданчики стоят. Чемоданчики. Моя сумочка. Вот, так что ждем, пока мы будем заходить. Сейчас зайдем и, ну, в общем, будем вам показывать все. Наташа, иди вперед. Вещи мы все взяли. Давай, вещи взяли. Кстати, отель называется Courtyard by Marriott Abu Dhabi Trade Center. Мы называем его Котик Ярд. Ну, как прикольно. Внутренний двор для котиков. Вот. Сейчас нет пока. Что-то не выходит нам помочь. Странно. Hello. Hi. О, кафешечка. Ох. А вот мы уже идем к стоечке. Извините за мою вот такую перетяжечку, но тяжеловато вести. Hello. We have booking here. Welcome to Courtyard. Yeah, thank you. А дай мне мой этот. Да. Давай мне. Я схватила твои документы. Так. Да, давай сразу. You need booking number? I just need a passport. A passport. I will give you my ID and your passport. The booking is under this name? Yeah, booking here. We make booking here in Emirates. Under this name, right? А, ну что, народ, нас пока еще не поселяют, потому что номер не готов. Мы сказали подождать, мы приехали раньше, в 1:40, заселение в 3. Странно, да, выселение в 12, заселение в 3. Вот, сказали посидеть в кафешечке. Прикольно, мы про нее читали, кстати, прикольное название. 5-я улица, 5th Street. Прикольные такие вещи вообще. И хорошие цены, смотрите. Ну как хорошие, такие себе, 30 дирхам. Стоит где-то $8. Вообще вкусненько, можно посидеть здесь, попить кофеек. У нас есть с собой еда. Hello. Hello. Sorry, where we can sit, because we are waiting our room. Okay. Ah, any place? Ah, okay, thank you. Okay. О, Наташа уже. Нам сказали, можем сидеть где только захотим. Ну, зачем об этом спрашивать? Это... Ну, на всякий случай. Может, и специальные сидячие места для людей, которые просто вот, сидят и ждут. Все, будем сидеть здесь и ждать. Что ты придумала сейчас? Ну так, ух ты. Книжечки, Таиланд, Турция, Таиланд. Скучаю по этим, конечно же, странам. Но пока есть возможность даже вот в Абу-Даби выехать. Даже если по делам на несколько дней, прикольно. Все, отдохнем после дороги, потом будем вам комнату показывать. Ну что, Наташа пока в кафе сидит, а я хочу выйти вам показать просто отель этот, Котик Ярд. Дворик для котиков. Сейчас показываю вам территорию. Ну, смотрите, в хорошем месте находится, реально в хорошем. Ох. Это вот и есть, по-моему, магазин World Trade Center. Куда нужно попасть обязательно. Сейчас отдалю даже. Ну и, конечно же, небоскребы. Похоже на Дубай, но это не Дубай. Это Абу-Даби, столица Арабских Эмиратов. Так, сейчас нужно как-то показать отель. Это кафешечка, кстати, по-моему. Точнее, это ресторан наш. Кафешечка, по идее, вот она. 5-я улица. Вот ресторан и вот наш отель Courtyard by Marriott Abu Dhabi Trade Center. Ну, в хорошем месте находится. Выбирали мы из 13 отелей. Выбрали номер, стоит в сутки $112 на двоих с завтраками. Но это мы выбрали самый дорогой, так получилось, короче. Решили, что мы достойны Marriott в этот раз. Все, уже получили комнату в 2:30. Получили комнату, потому что он мне сказал, туда идти, туда иду. Да. Тот же мужчина, что нас регистрировал, он везет наш багаж, а мы идем к лифту. Лифт тут такие, как двери в квартире, знаете, сейчас издалека, если вот действительно, как двери в квартире. О, поехали. Поехали, привет. Что такое затыкать, не знаю. Шесть. Ну вот, карточку прикладываю. Масочку можно подснять.
Так, у нас шестой этаж. Это он вещи повез сам на каком-то другом. На этом грузовом лифте повез. Лифт здоровый. Красивый. Ну, лифт большой, интересный. Смотрите, даже на полу звезды такие, как в Америке прям. Дистанция, дистанция. Да. Так, Наташ, ты идешь вперед, а я вот делаю видео. Да. Подожди, надо разобраться. Ну вот, поэтому я бы хотела, чтобы нас вот сопроводили. Масочки, да, кстати, есть запасные маски. В Абу-Даби, в Эляне все строго. Надо ходить в масочках. Так, наверное, налево. Ну, давай на крайний случай покажем номера. Просто. Вообще интересные такие, как соломенные дверцы, картинки яркие. Но у меня впечатление, что мы даже не в Абу-Даби, а вот в Таиланде. Не знаю почему-то. Складывается впечатление на Ру. Вот, вот наш мужчина. Туда, да? Не знаю, пускай он скажет. Очень плохо. Но он сказал здесь. Здесь 624. Я вообще номера не вижу. А, вот номера, смотрите, понятно. 628. 628, ну давайте. О, если что, сразу тапочки можно попросить. Вот здесь уборщица убирает номер. И мы заходим. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, номер небольшой. Да, что-то я думала побольше будет. Но ничего, так ничего. Thank you. Так, надо будет сразу отключить кондиционер. Не люблю я эту штуку. Наташ, надо здесь отключить, да? Ну, наверное, отключу. Я уже, наверное, выключила. Thank you. Все, сейчас посмотрим, что здесь есть. Вам покажем, да? Мне главное вид. А вид, по-моему, прикольный. А вид классный, смотрите, ну, это вид. Я сказала, маленький, нормальный. А помните вид из Геворы нашей? Ой, извиняюсь. Чистые окна, кто-то хороший, писал грязные, да. Наверное, перед нами помыли. Ой, замечательно, мне нравится. Наверное, уже, да. Наверное, уже все помыли. А, и голубь там сидит, красавец. А видишь, изначально окна не открывались. А у меня вопрос, как люди там лапали, посмотри, там эти отпечатки. Ну, допрыгивали, смотри, может, лазили, как бы вставил здесь, коллазанием занимаешься. Изначально не открывались все. Так, ну что, давай посмотрим туалет теперь. Что там есть, по традиции покажем туалет. Ну, такое кресло, телевизор, ну, нормально. А столик-то... А, вон, смотри, два кресла можно составить. Да, прикольно. Смотри, какое место рабочее. Покататься нормально. Можно. Сейчас скину рюкзак, а то тяжелый он, конечно, висит у меня. Ну, я не туалет, но этот. Ну, холодильник. Ну, холодильник, как обычно, масятка. Давай посмотрим еще. Масятка. Холодильник, масятка. Так, сейчас посмотрим шкаф. Да что ж такое, все время это падает. Вода. У нас постоянно вода падает. Мы ее привезли, 4 бутылки. Но, как я уже выяснила, трейд-центр просто вот выходишь из кафе и попадаешь в центр. Ну, еще кулечки такие интересные. Можно, если что, скидывать. Такие одни тапки. Надо прямо бежать и это рассказывать. А кто говорил, что тут халат есть? Или, может, в этом есть? И не даже знаю. Приличные вешалки. Да, даже нормальные вешалки, люди не парятся, если мы их спионерим. Ну, так зачем их пионерим? Хотя... Ну, они ж зачем делают ну, обычно, да, чтобы люди не брали вешалки. Ну, шкаф хороший, шкаф большой. Что, серьезно, чтобы не брали вешалки? Ну, а зачем они так делают? Так, подожди, давай еще посмотрим здесь. Вот сейчас я вот как раз бы хотела чайку выпить. А кофе где? Так вот это кофе, наверное, нет? Что это? Pure Coffee, да? Да, смотри, какая-то фирма интересная, кофе. Ну, чайничек, две чашечки. Это мне нравится, что вот одноразовый, он может уже кто-то перелапал. Ой, а тут что-то, посмотрим. Смотри, ну подожди. Ну, интрига бешеная. Интрига бешеная. Ну, слушай, подожди, как этот соломенный. А, правильно, сейф, фен и весы. Ой, сейчас у нас будет еще более бешеная интрига. Давай позже, Наташа, чтобы не расстраиваться, не дай бог. А вот это ничего, да? Это но номер на всякий случай, так вам скажу, интересно классный, смотрится, слушай, да. Я что-то сказала. Такой, знаете, как мы будто вот на пляже, и такая вот деревянная соломка такая. Да, кстати. Слушай, это единственный отель, который ты выбрала. Я что-то так посмотрела одним глазом, сказала, да ладно, поеду. Ну, я уже сказала, когда уходила на улицу, выбирали мы из 13. Ну, в каких-то было грибок, грязно. Ну, какой-то отзыв. Во многих было, кстати, запах сигарет в номере, даже если номер не, ну, был не для курящих. Мне это сразу не понравилось. Разве так было? По-моему, один мужчина взял. Не та, по-моему, так писали, что это. Он взял не курящих. Не-не-не, ты не все отзывы читала. Ну, что тебе сказать? Ну, нормально. Так, ну, давайте сейчас посмотрим.
Ага. Тут я... Не посмотри, стаканы. Боже, я первый раз вижу такие красивые стаканы здесь. Пам! Реально красиво. Вот посмотри, вот. Как красиво. Так, а что у нас такое? Есть здесь, непонятно. Шевинг, это для бритья. Для бритья. Все. Одна почему-то для этого. Почему обычно... одна? Что это? Бодилошн. Почему одна? Шаур-кепа. Так, а это вот у нас что здесь? Еще здесь вот это вот все есть. Ну, кондиционер, шауэр-гель и шампунь. Нормально. Так. И одно мыльце еще раз. Так, ну выпускай меня, пойду за вторыми тапками. Ой, сейчас. А посмотри, зачем такая эта полка? Классно. Ну, классно. Мы все время что-то ставим, но все время вот нету места. А сейчас классно. Вот есть а место. Тут сколько для полотенец? Ой, а тут смотри сколько. Раз, два маленьких. Ну, каждый ну, все два. Хорошо. Ну, подожди. Так это придержи не дверцятка. Ой, а где женщина? Ушла уже? Нет, она где-то должна быть. Женщина стоять, нам тапки нужны. Но я не хочу на рецепцию звонить. Блин, вот была же в следующем номере. Слышишь? Ой, она здесь, хорошая она. Hello. Please, we need one pair of slippers. Slippers? Yes, slippers. Huh? This 615? No, 628. Okay. И Наташа такая, стоит. We just came. Okay, а тут холодок не дают, нет? Okay, give me two, no problem, thank you. Окей, thank you. Вот так вот отбиваются тапочки. Смотрите, Мариот, прям круто. А что ты с это постеснялась? Тебе два дают? Так я и взяла два. Классно. Я и взяла две пары тапков. Боже, какие классные. Все, тапки, народ, тапки. А еще, народ, у меня есть видео про джемы, и на YouTube я его не выкладывала. Я обязательно как-то его выложу. Немножко постебались Наташи на Дзен-канале. Конечно, я с него уже ушла. Но видео собрало очень много комментов и просмотров. Это было прикольно. Так что вот такой у нас номер. Он неплохой, Наташ. Нам пока нравится мне все, очень да? Нравится. Сейчас, конечно, надо будет проверить все там, чтобы кран работал. Это вот сливалка в унитазе. Ну а потом покажем, что есть еще бассейн же должен быть водички, наверху. Смотри, и что-то еще. Маленький, да? Да, по маленькой водичке. И покажи, пожалуйста. Смотри. Кстати, люди говорили, что по водичке а и пополняется. Ничего себе. И салфетки. А салфетки вот мокрые, такие стоят здесь дорого. Очень здесь оно дорого стоит где-то $3-4, кстати. Поэтому всегда привозим с собой. Так что еще раз покажу вам прекрасный вид, и потом покажем обязательно покажем вам бассейн. А тут еще говорят, классная кровать. Я уже ух ты, ну не знаю, слушай, реально классно, мягкая, надо полежать. Все, отдыхаем, потом выйдем и посмотрим еще всю инфраструктуру. Так, что ты еще выбил? Халаты. Попросила халаты. Бас-роб. Смотрите, боже, какие бафельчики. Классные. Как бас? Бас-роб. Что за бас? Бас. А ну скажи, как чистый англичанин. Так, все. Класс. А что по поводу маски? А маску сказала вообще, у нас в Ильяне уже разрешается скидывать и идти так, и в Дубае. Ну, мне, например, сказали так. Ну, теперь понятно, почему в Ильяне все-таки маски еще ходят. Видимо, ага. Неверно сказали. Ну, и хорошо. То слушай, я так снимаю, знаешь, когда ты говоришь, а мне как это, как в сауне. Реально так снимаю. Ну, прекрасно, халаты есть, все есть, в общем... То есть надо попросить, просто надо и тапочки, надо и просить. Это все входит. Это четверка или пятерка? Всегда интересуйтесь. Не, ну прикольно, ну как, оно хорошо, качество. Тапки обожаю, тапки, вот когда это самая нужная вещь, не самая, но нужная вещь. Всё, надо переодеваться в тапки и кушать хочу. Да, и кушать. Давай. Все, народ, отдохнули мы уже, переоделись, поспали минут 5, покушали. Идем смотреть инфраструктуру, что там у нас, зал, бассейн. Наташа маску не взяла, поскольку здесь вроде как маски должны лежать возле лифта, сейчас посмотрим. Заодно и проверить. Да, все еще убирают. Хорошая девочка дала нам сразу и халаты, и тапочки. Боже, какая она маленькая. Так, куда? Да. Давай, Наташа вперед идет. Перевожу камеру на Наташу. Как мне эти яркие картинки нравятся. Ну, классно же. Угу. И маски есть. Это вот удобно, это уровень. Просто ты забыл маску, ты не возвращаешься обратно, ты ведешь ее и одеваешь. Только я не буду говорить, что она последняя. Я никто не одевал. Ну, вот это вопрос. Нет, ну, подожди, стой, ты не одевай, давай сейчас на другой этаж приедем, возьмешь там, если будет не последнее. Ну, Наташа уже одела. Пап, подожди, а чего я наверх? Ну, наверх, наверное, наверх? Бассейн наверху. Я тоже маску одену, я не знаю, ну, сейчас наверх или наверх. Жим пол террасы. Ну, так, давай. А тут 12 нажимай этажей кнопочку, получилось. 12, да? Ну, я так немножко показала отель. Смотри, ресторан. Когда первый, митинг-рум, салон, второй, лобби, нулевой. Это мы были на нулевом, наверное, этаже. Ну, а сосисочки показывали, если что там. Да. У меня очки уже забыли. А где Виноша 12?
Блин, капец, очки заплатили уже вообще. Так, смотри. Так. Шапку туда, changing room туда. Вот. Ну вот эти уже мне нравятся. Жовто-блакитный мне уже нравится. Yes. Okay, thank you. How are you? I'm good, how are you? Thank you, fine. А, значит, расписываться нужно. Only sign or room number? Room number. А, все. А вот масочки, смотри, тоже есть. Ну, не вопрос, я не думаю, что уж прям такая грязная маска была. Вот это this pool, yes? This way. Ну, все, идем. О, смотри, ресторан. Ресторан? Ага. Давай сейчас покажем, ладно. Я прям так отдалила. Мне нравятся вот такие картины здесь. Вообще прям прикольно, прикольно. Ну, интересный такой, интересная кафешечка. Ну, прикольно, да. Не хочется так особо. И снова маски есть. Ну, это классно. Там постоянно возвращались. Постоянно всегда забывали маску. Парень говорит, если посмотреть, то не надо было расписываться. Да? Ладно, давай. А что же это там такое? А прикольный такой ресторанчик. А джинни? Кто-то уже приехал на лифте. Идем-ка мы покажем вам бассейн. Ага. Сейчас зайду аккуратненько, а потом уже начну снимать. А то люди любят поругаться, когда заходят люди с камерой и снимают. Это Эмираты, здесь надо быть осторожной. И нас уже 11 раз где-то останавливали. Наташа, что думаешь, камеру выключить пока? Нет. Нет? Ну ладно, давай. Ты идешь вперед, я тебя снимаю. Поэтому к нам не должно быть никаких приставаний. Нет, там есть... Ага, музычка играет, понятное дело, что нужно что-то говорить. YouTube иногда может заблокировать. Давайте я просто покажу вам этот кафешечко. Прикольно смотрится. И небоскребы. Небоскребы. И все прикольно. И красиво. Ох, какой большой небоскреб. Смотрите, слушайте, я отдаляю, отдаляю. Сейчас я упаду, упаду. Нет, не упала. Ну, вот такой небольшой бассейн. На самом деле, здесь маловат как-то. И джакузи, да? Джакузи вот такая вот прикольная, симпатичная. Интересно, какая вода. Надеюсь, что теплая. Что ж такой ветерок дует, что немножечко прохладно. Ну все, вот такой бассейн. Мало людей сидит, один человек плавает. Ну совсем маленький, конечно. Так что скажу, сразу скажу, ну наверное, здесь только поезжать, да, Наташа? Вот, в джакузи в самый раз. Да, в джакузи в самый раз, и как-то сейчас... Слушайте, холодновато. А это уже, между прочим, весна. Ох, ну вот такой вот у нас вот интересный обзор бассейна. Сейчас постараемся еще в зал зайти и покажем вам зал. Надеюсь, вам интересно. А вот пока мы еще из бассейна не вышли, Наташа показывает, что виден замок Хоса. Ну, конечно, классно. Стоит это показать. Помните, у нас было целых два видео. Очень классное строение. Это первое здание Абу-Даби. Ну, рекомендуем туда попасть. Мы так, когда шли туда, думали, вообще, да, скучновато. А нам там так понравилось, что мы там несколько часов зависали. А там залив. А вот уже и залив. Вон уже виден корниш. Сейчас увеличу вам. Ну, здорово, конечно, наверное, в отеле у кого-то есть номера, выходящие на залив. Но нам наш номер, в принципе, нравится. Все, вон Наташа, он. Ну, вот здание, конечно, это высоченное. Вот он, Абу-Даби. Все, после бассейна мы заходим в зал. Надеюсь, заходим. Ну что? Что там такое? Только 4 могут быть одновременно, получается. Ну, посмотрим, сколько с 6 там. До 10 вечера. 6 утра. Жалко, Ну, вот такой вот зал. Ну, знаете, очень хорошая кардиолиния. Бывает в больших отелях, там всего там 1-2 дорожки, и здесь такие классные тренажеры. Ух ты, а вот эти интересные удобные. Сейчас, подожди, давай все посмотрим, и ты попробуешь. Ну, хороший зал, хороший. Так, многофункциональные тренажеры здесь. Для спины, рук, пресс. О, даже параллельный блок есть такой маленький.
Мечи все. Вот такая инфраструктура отеля. Наташа, идем попробуешь на Ротексе. Что это такое? Джим Стор. А, это что? Это, наверное, склад. Ну да. И отсюда тоже очень классный вид, когда занимаетесь так. Ах, какой же красивый Абу-Даби. Нет, серьезно. Слушай, а что эти таблички означают? Что типа оно все чище, можно пользоваться? Да. А это нужно брать просто? Я не знаю. Ну да, я поняла, что это. Да. Ага, когда ты попользуешься, наверное, табличку убираешь. И когда уборщица приходит, наверное, она вот начинает уже убирать. Вода, полотенце, перчатки и масочки есть. Удобно, это удобно и правильно. Ого, маты какие. Твердые, да? Твердые, да. Нет, они не твердые, они плотные. Наташа, ну давай. Крутой не что-нибудь. Ну, у тебя же там стопа, ты же не отрываешь его, в принципе, она же мать приложена. Вперед, и вперед начинаешь крутить, и крутить. Да, просто начни, а попробуй за ручки еще взяться. Нормально. Нормально? Идет ход, то есть еще и будем ходить тренироваться? Это у нас окна сюда, ух ты, он прикольный. Да, чувствуется? Он мягкий, он какой-то удобный. Ну так уровень. Вот такой у нас отель. Courtyard by Marriott. Как мы говорим, Courtyard отель. Надеюсь, он вам понравился. В общем, пишите комменты, спрашивайте, если что. Будем рады лайкам, особенно и подпискам. Следующее видео тоже про Абу-Даби будет. В общем, столица Эмиратов. Это круто. Правильно?